Новый год уже совсем близко, а это значит, что самое время зарядиться праздничным настроением. Так считают и работники Межпоселенческой центральной районной библиотеки, которые в рамках проекта «Библиотерапия. Читайте на здоровье» подготовили для 15 будущих мам новогоднюю программу «Новый год к нам мчится». В Щелковском перинатальном центре показали презентацию новогодние традиции разных стран мира, а после участницы попробовали свои силы в шуточной викторине, изготовили кукол ангелов и посмотрели небольшой концерт. В течение года мы встречаемся с молодыми будущими мамами и беседуем, обсуждаем такие темы, как влияние сказки на воспитание детей, роль бабушек и дедушек в семье, как трудоустроиться молодым мамам во время декретного отпуска или после него. В общем, эти темы все интересны и нужны. Благодаря работе сотрудников Межпоселенческой центральной районной библиотеки Щелковский район стал лидером в регионе по реализации программы «Социокультурное проектирование. Взгляд в будущее детских библиотек Московской области». А сама библиотека первой в Подмосковье, осуществляющей программу «Сказкотерапия». Мария Буржинская, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».